Я не считаю себя молдаванином. Я не причисляюсь никакой национальности, потому что я наполовину украинец, наполовину афганец, а Афганистана никогда не видел, не знаю, что это такое. То есть пока что я себя причисляю просто к землянину, к землянину. Я патриот земли, а не государства. Не могу сказать, что патриот государства. Фотография для меня, я просто менее вижу себя как фотографа в журналистике, скорее как просто визуальный антрополог, который исследует время. Потому что у нас есть визуальная бескультура, особенно очень сильно, но развита или не развита визуальная культура вот в нашем вот Восточной Европе. Рассказывать много не надо, нужно выйти в центр города и увидеть. Все как бы гаснет. Все разваливается, ржавеет, падает. А у нас дома там новые обои, постоянно что-то еще, что-то еще. Нужно больше думать о том, как работает наше государство. Мы же убираем у себя дома, там, чистим и так далее, там, разбираемся, почему там умывальник не работает и так далее, и тому подобное. Это нас интересует. А почему в парламенте что-то не интересует? Да, у нас независимость, у нас свобода, но не нужно нарушать свободу других людей.